сегодняшний день наше предприятие КП «Горизолинтрес» приступило к осенней посадке деревьев. Деревья будут высаживаться крупномеры. Возраст деревьев где-то 10-15 лет. Деревья с закрытой корневой системой. Закрытая корневая система для того, чтобы деревья лучше приживались. Первые высадки уже прошли на Соборной площади. Мы высадили порядка 15 рябин дуболистных. Всего предприятие планирует высадить порядка 500 деревьев в этом году. Деревья будут высаживаться в основном по центру города. Ну, чтобы улицы не перечислять, это Старая Одесса. Деревья будут высаживаться там, где произведено. То есть будут работы производиться комплексно. То есть корчев копней, выкопка ямы, посадка дерева и уходные работы. Ну, сейчас идут подготовительные работы, то есть деревья заготавливаются. Сегодня будут производиться работы на поселке Котовском в Суворовском районе. Сегодня работы будут производиться в Суворовском районе. Эта высадка будет возле райадминистрации Суворовской. Попутно предприятие планирует. У нас есть свой питомник, где порядка там 11 тысяч тоже деревьев, которые будут посаживаться в парках, в скверах. Ну, то есть работы начались, идут планомерные работы согласно графика посадок в городе.